Вот и солнышко уже нас порадовало. Хотя еще на сегодня переменная облачность. И температура, конечно, еще у нас низкая. Сегодня даже 9 градусов с утра было. Видите, какие облака еще грозные. Но уже ждем потепления. Правда, вчера смотрела на сайте, обещали плюс 26, сегодня уже обещают только плюс 21. Но 21 тоже неплохо. Море показывают 20. Но я скажу так, 19-20. Как бы не совсем. Холодно, это же оно нас греет сейчас, вот видите. Оно теплое, теплее, чем воздух, и оно отдает нам свое тепло. Вот оно. Вот. И море посмотрим. Хорошего, яркого дня вам, друзья, и прекрасного настроения. Обожаю облака, хоть они и такие темные.